Харків відвідали Дніпропетровські рокери гурт «Маса причин» із незвичною акустичною програмою. Чому незвичною? А тому, що хлопці приїздять вже не вперше у Харків і харків'янам запам'яталися вже гучними електричними концертами. Дозвольте познайомити вас з ними ближче. Це Дмитро, вокаліст колективу та автор текстів та мелодій. Це Артем. Він грає на гітарі та разом із Дмитром створює композиції для колективу. А це Макс. Макс грає на клавішах. Є ще Павло, що відповідає за бас-гітару, та Василь на барабанах. Отже, група «Маса причин» – це 5 музикантів. Сотіли, шрами, рвали є, рани щастя тепер під запретом. Мислина лепа, а пам'ятна права, тільки подумай об этом. В нашей команде мы проповедуем концепцию такую равносильных медийных лиц. То есть я не являюсь центром команды, а центром команды является также и Артём, и Макс является, еще ребята, которые сейчас не сидят за столом, и Вася, и Игорёк. Еще у нас так случилось, что у нас 2 басиста, и мы сейчас попеременно. Но один лучше другого. На концертах. Правда, один лучше другого. Играем с разными басистами. У нас еще есть басист Пашуня. У нас есть 2 басиста, и каждый из них отвечает за свое. Нам кажется неправильной та концепция, что есть один центр, да, в команде. Ну это обычно вокалистка. Ядро какое-то, да, и вокруг него там все вертится, но это в большинстве команд. У нас не так происходит. Нам нравится, когда центр у я. У нас каждый сам себе ядро. Колектив існує досить довго, проте порахувати, скільки точно, досить важко. 20 років хлопці припинили займатися музикою та віддали перевагу більш серйозним професіям. Через 7 років зібралися знову. Зараз на рахунку колективу всього одна платівка під назвою «Живой альбом». Назвали так, потому что это практически, ну, не то чтобы вживую сыгранные песни, но они вот звучат именно так, как вот мы их на репетициях написали. Мы, так сказать, высказались и считаем это своим первым альбомом. Но полноценный диск, он сейчас уже готов, он записан, и мы хотим его издать весной, параллельно с нашим туром. Вічні птахи на крилах, на крилах весни, розпуті забуті дахи, я і ти. Музика, що грає «Маса причин», самі музиканти характеризують як софт-рок. Хоча водночас зізнаються, вони намагаються продовжувати традиції класичного рок-жанру. Ми насправді музиканти старої школи. Пусть мы выглядим хорошо, мы не будем говорить о нашем возрасте, но учились мы на старой музыке. Лично я играл партии Джона Лорда с группой Deep Purple, пытался собрать, и на этом мы выросли. Но наш перерыв, в который мы музыкой не занимались, все изменилось, уже появились другие какие-то ценности, в группах началось цениться что-то другое, и нам нужно было время, чтобы это, ну, понять и начать получать удовольствие от той музыки, которую мы стали играть. Ну, хотя сегодня мы играем акустический концерт, я думаю, через какое-то время мы опять вернемся в Харьков с полноценным электрическим концертом, и зрители смогут это услышать. Бросай привычки, живи сто лет, дай свободу, я знаю ответ. Для акустичного концерту у Харкові хлопці обрали маленьке арт-кафе «Агата». Керувались не тільки камерною атмосферою, а ще своєю головною умовою. Вхід на їх концерт має бути безкоштовним. Концепція, да, як краудфандинг, це підтримування різних проєктів, в основному проєктів, які зв'язані з мистецтвом.
Поддержка финансовая этих проектов... Добровольная. Добровольная, да, финансовая поддержка. Вот, в принципе, основываясь на этой идее, мы решили делать такие так называемые шапошные сборы. Вот. Для нас это больше какой-то символичный, наверное, акт, да, чем реальная финансовая поддержка. Нам просто, может, больше приятно от этого. Ты больше не в составе делегации. Ответ ищет меры принять. Браслеты и кольца продать. Мабуть, це і є справжнє наслідування класичним традиціям рок-культури. Граю своє задоволення і вір у найкраще.